чего, вот и пошла работа. Ах, сено хорошее. Фу-фу-фу. Вот такое вот сено. Вот так оно шелестит. И так его катаем, так оно лезет. Ага, и сетка у меня кончается, но сейчас поменяю. Зря выкинул, не докрутило, сетка кончилась. Сейчас поменяем. Так у нас внутри, вот такой у нас валец. Вон внизу еще такой валец. Через один вроде стоял, на верхнем только один такой. Так что вот так, ската одного нет. У кого есть лишний, можно купить. Так, ладно, сейчас пойдем открывать, да, ставить сетку. С той стороны пойдем. Вот так, сколько уже закатали? Сколько? 4, 5, 6, 7, 8. 8 с 4. Да, два круга. Третий круг. С 4 волков 8. Ну так. Более-менее. Документация выпала, блядь. Сетка подорожала, в самый пик я брал по 15 тысяч. Ну и кабуловская, она очень хорошая и качественная, так что... И насколько она подорожала? Брал 11500 в тот сезон, в этом году 15. Ко мне. Давай. Что ты делаешь-то? А, надо оборот еще один делать.
Да на, делай. Чего будет? Заматывай. Кусок попал, что ли, или да. Что? Оборви его нахуй. На, вот, в одно. Хуя, блядь. Там два волка тоже высохли, блядь. Вот тебе смотреть надо. А там дальше, блядь, низ, сука, сыроватый, блядь. Было бы еще одно колесо, я пропустил бы, блядь. Побольше бы захват было бы. Да, ты участник? Че, тоже опускаешь? Ничего не опускаешь. Забирай мусор. Смотрю, еще крайние волки, проходить или нет. Попадается этот морковник, был бы на комбайне плющилка, было бы вообще красота. Но я думаю, что можно. Закатать. Потому что пересохшая тоже много сыпет сзади. Ладно, посмотрим сейчас. Так, ну и поехали. Закрыли, чуть еще подожму. Мне осталось сейчас 4 волка. Миша он прогребает. Я думаю, что завтра мы это поле почти до конца домотаем. Ну так уже рулонов, наверное, 60-70 есть.
наверное, на сегодня все. Потому что там маленько сыроватые дальше волки. Вот так это все выглядит. Вот так выглядит рулон. Жарко бьем, да? Ладно. Сейчас загребу этот волок, оставлю в прессе, и завтра мне предстоит вот это все 2,5 пролета гребсти. Гребсти, катать. Ладно, посмотрим, что будем. Сегодня сейчас скажу, сколько. Но этот закроется, плюс один. Сейчас скажу, сколько накатал. Штук 20, наверное, 25. 130 минус... 131 минус 8, 29, наверное.